Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 6. Как проще вычислить значение каждого выражения? 448 плюс 279 отнять 298. Здесь легче всего выполнить округление. 279 округлить до 300 и 298 округлить для 300. Получается, что 300 отнять 300 будет 0. Но мы 279 увеличили на 21, а 298 увеличили на 2. Поэтому к 448 мы будем отнимать 21 и прибавлять 2. У нас в итоге получится 448 минус 21 – это 427, а затем добавим 2 – получим 429. 9 умножить на 25 и умножить на 4. Всегда 25 удобно умножать на 4. Этот пример мы знаем наизусть. Он получается равен у нас 100. Теперь 100 умножаем мы на 9. И у нас получается 100 умноженное на 9 – 900. Следующий пример. Выполним группировку слагаемых. 151 мы будем группировать с числом 249. В итоге получим 400. А число 294 сгруппируем с числом 106. Это также получится 400. Затем 400 прибавим 400, получится 800. Последний пример. Удобно умножить 5 на 2, чтобы получилось круглое число. А затем 70 умножить на 10. 7 умножаем на 1 будет 7 и приписываем 2 нуля. Или к числу 70 приписываем 1 0 при умножении числа на 10. Получим 700. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.